Президент поддержал строительство дополнительного железнодорожного пути в обход Краснодара. На совещании по развитию транспортной инфраструктуры президент назвал проект обходного пути краевой столицы одним из ключевых для Кубани. Мы не сможем реализовать наши планы без модернизации подъездной, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Мы об этом много раз уже говорили. До 2020 года это приоритетная задача по данному направлению. Прежде всего, строительство обходных путей для Краснодарского железнодорожного узла. Нужно серьезно подумать, как оптимально увеличить пропускную способность железнодорожной сети. Как синхронизировать эту работу с развитием портов и автодорожной инфраструктуры. В совещании участвовал и Вениамин Кондратьев. Глава региона уже поднимал вопрос о реализации проекта. Речь идет о 65 километрах нового железнодорожного полотна, которое соединит участок от станции Величковка до Козырьков. Это позволит грузовым составам, идущим с северного направления, уходить в сторону порта Тамань, минуя Краснодар. Это позволит разгрузить сегодня потоки, которые пойдут через мост, который сегодня строится на Крым, и тем самым обеспечить нормальную работу железной дороги, не загружая и не перегружая ее в части железнодорожных, транспортных и пассажирских перевозок через Краснодарский край. Большинство составов будут переправлять материалы для строительства моста через Керченский пролив.